1994 году в Югостинском государственном университете открывается факультет журналистики, открытие которого было продиктовано временем. Грузия развернула информационную войну против Южной Осетии, и это требовало немедленной реакции с нашей стороны. Нужно было готовить собственные кадры для средств массовой информации республики. Первоначально спецдисциплины на факультете преподавали журналисты югостинских СМИ. Затем появились молодые специалисты, выпускники североостинских и российских вузов. Среди них Хансиат Кудалаева, Лина Гусова, Ирина Кельхсаева, Алла Джиоева, Ирина Дамбегова. Все они на протяжении многих лет готовят профессиональных журналистов. Специальная журналистика в Югостинском государственном университете с самого начала появления, я абсолютно уверенно могу сказать, четко заявила о себе. С первых дней здесь работают профессионалы, одержимые своим делом. И это, естественно, выражается и в выпускниках. Каждый преподаватель вкладывает своего выпускника всего себя. Кафедра журналистики гордится своими выпускниками, которые наравне с маститыми журналистами работают и позиционируют себя как достойных представителей четвертой власти. На сегодня я могу даже с гордостью заявить, что наши выпускники достойно представляют свою специальность. Я абсолютно уверена, что каждый из них гордится тем, что именно являясь выпускником Югостинского госуниверситета специальности журналистика, получил те навыки, те знания, которые сегодня ему не то что пригодились, но оказались теми базовыми знаниями, да и, может быть, и больше, которые сегодня они применяют в практической деятельности. На сегодняшний день факультет журналистики один из самых развитых и перспективных. Студентам факультета ничего не требуется, кроме желания трудиться и учиться. Факультет дает возможность всем проявить себя в сфере журналистики. Студенты уже с первых курсов практикуются в студенческом телевидении и в студенческой газете. Для этого здесь созданы все условия: новейшее оборудование, комфортная студия и, самое главное, профессиональные преподаватели. Все для того, чтобы с первых учебных дней будущим журналистам прививалась любовь к профессии. Журналисты Югостинского госуниверситета заявили о себе во всем медиапространстве, в печатных СМИ, в соцсетях. Мы заявили о себе в том плане, что журналистам созданы все условия. У нас есть своя газета «Югупресс», которую возглавляет Хансиат Кудалаева, она же заведующая кафедрой факультета журналистики. Она же собирает вокруг себя тех журналистов, которые потом с честью продолжают и свою работу в печатных СМИ. Ну а Югу ТВ – это предмет гордости, конечно же, не только меня, но и всей республики. Югу ТВ во всем медиапространстве представляет себя достаточно уверенно. Я могу сказать, что будущее журналистики Южной Осетии в надежных руках. Югу ТВ активно сотрудничает и с другими средствами массовой информации. Студенты факультета журналистики готовят репортажи и передачи для ГТРК ИР и для Североостинского национального телеканала «Осетия Яростон». Мы каждую среду выходим в эфир, мы плодотворно сотрудничаем. Ну а на ГТРК ИР у нас практически мы там у себя дома. Тем более наши выпускники, практически 80% современных сотрудников ГТРК ИР – это наши выпускники. По словам старшего преподавателя факультета журналистики и директора медиахолдинга Югостинского госуниверситета Аллы Джиоевой, число абитуриентов, желающих поступить на факультет журналистики, с каждым годом становится все больше. Это объясняется тем, что журналистика – одна из актуальнейших профессий современности в мире, где информация правит сознанием людей. Журналистика, пожалуй, самая интересная работа. Да, неспокойная, но увлекательная. Однако таковым она может считаться только тогда, когда ты будешь честным сам с собой и со своим зрителем или читателем. Стелла Бязарова, Ринат Медоев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня.